Я получил письмо от москвичей деревни Юрова. Люди, 70 домохозяйств, не могут попасть под эту социальную газификацию, хотя находятся в пределах Москвы. Вот одному нашему гражданину, ему нужно провести газ до своего участка 642 метра. Как вы думаете, сколько с него хотят для денежек? 16 миллионов 100 тысяч рублей. Откуда такие деньги? Дом стоит у него меньше, чем вот эта газификация. И в этой связи сроки ожидания 2 года, потом 4 года, а потом это можно еще удвоить. Это не социальная газификация, это издевательство. И в этой связи я предлагаю председателю правительства пересмотреть правила социальной газификации.